Привет, друзья! Как дела? My name is Fedor, and what you're about to hear is another conversation that two natives had, and now they'll talk about their past, about what they did last week and yesterday. So this conversation is going to be full of past tense verbs and past tense encounters. And so you guys can listen to that and really train your listening and know how to speak about your past. And if you want to speak Russian just like these guys do or start on the journey, join our BeFluent Camp. It's an 8-week course where you will learn how to speak Russian on a basic level. You will learn everything that you would need to know for you to have a basic dialogue with a native next time you go to Russia or next time you speak to your friends in Russian. So join is the first link in the description. And we start on February the 6th and the slots are running out. So join now before we fill up completely and we close that sign up. All right, and now onto the video of two guys speaking about their past. Как прошла твоя неделя? Ну, она прошла совсем не напряжно. В начале недели мы вернулись с друзьями с горнолыжного курорта. Мы катались на лыжах, отдыхали, любовались природой. После я ездил в другой город к своему отцу, к своим родственникам. Я навестил отца, бабушку, встречался с сестрой. Мы гуляли с собакой. Я ходил в баню, гулял с младшим братом. Потом я вернулся сюда в город, и у меня началась рабочая неделя. Но она была достаточно короткой из-за новогодних праздников. Я отработал 2 дня, и сейчас выходные. Как твоя прошла неделя? Моя неделя прошла менее динамично, чем у тебя. Более пассивно. Я сидел дома, ничего не делал. Но было интересно кое-что. Я сходил в баньку, я люблю попариться. Я сходил, понырял в бассейн, попрыгал в снег, мне понравилось. Что ты сегодня делал, Лёш? Сегодня, я проснулся с утра, сделал зарядку. Помыл посуду со вчерашнего дня, потому что вчера мне не хотелось её мыть. Встретился с приятелями, и сегодня вечером мы пойдём в бар. А у тебя? Я сегодня проснулся рано. Не мог выспаться просто почему-то, какая-то усталость такая хроническая напала на меня. И поэтому я решил поработать. Встал с утра, начал работать. Завтракать я не люблю с самого утра, поэтому я сначала поработал, потом позавтракал. Позавтракал я яичницей, я делаю классную яичницу просто. Накрошил туда колбаски с сыром, это было просто что-то с чем-то. В общем, потом я еще поработал, а потом приехал к тебе. Ну, здорово. Яичницу, конечно, любой может приготовить вкусно. Ну, не сказал бы. Моя яичница – это просто что-то. Да? Да. Ну ладно, Саш, тогда все понятно. Предлагаю вечером сегодня в бар сходить. Ты не против? Я всегда за, Лёш. Всегда за? Конечно. Ради любой движухи. Ну все, дружище, до вечера. До вечера.